Всем привет! С вами Арина Колесикова и Алина Кротова. Одна молодая подруга, и мы снимаем влог, как мы гуляем. И у нее есть тоже свой канал. Подписывайтесь, она будет снимать различные видео. Ссылочка будет в описании. Вот, и мы сейчас, короче, встретили ДПС. Ну, они сейчас там. Еще я вам скрытно покажу. Там они, короче, что-то допрашивают. Алкаши сейчас. Вот они там стоят всей группой. И сейчас мы идем, не знаю куда. Сейчас мы просто так гуляем. И давай мы сейчас прыгаем. Покатаемся. Покатаемся. Сейчас, блин, не давай. Камера, что? Два, три. Как мы? Ой, ой. Давай я буду прыгать, так как у меня здесь лучше. Давай, раз, два, три. Все, ребятки, сейчас мы попрыгали. Сейчас мы куда надо зайти, и мы вернемся. Еще я забыла. Я что еще забыла? И вот ты куда идешь просто? Блин, это дядя, не кошмар. Сейчас, короче, я не знаю, может быть, они были или ремонтники. Ну, все такое, короче. Но мы их испугали. Ты так себе? Ну, что такое? Мы сейчас идем. Выглядели, что как будто они хотели бы никого убить. С какими-то палками или что-то еще. Короче, идем. Такого звука. Мы сейчас, короче, пришли на вторую году. Арина, Арина, без рук. У меня шапка как-то вот так была. Короче, я сейчас покушала и заплела себе косички, удобнее сделала мама. И я сейчас встретила Алину. Мы сейчас идем встречать Настю. Она идет после репетитора, но она, к сожалению, гулять не будет. Все такое. Короче, мы сейчас встретим Настю. Я ее уже вижу. Там, был джем вот этот как. Дай, пожалуйста, сразу.